Да? Может туда пройдет? Так а это можно снизить, хотя бы. Ну, да, ты... Подъехал прям слизь. Thank you.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый посети истины немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небеси, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче омый меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, а зная грех мой предо мной есть Твоим, но Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотвори. Я, когда оправдешься во славе всех Твоих и победишь, и всегда судить идти, себо в беззакониях зачат есть, мы во грехах роди мя, мать моя, себо истину возлюбилась, и безвестная тайная премудрости Твоей, и грех мой, когда беззаконие мое очисти, сердце чисто, совершенно Божие, но право мое, но кроме моей, не отвержи меня, Христа Твоего, и Духа Твоего, святого, не отдави от меня, воздашь мне радость, церквей и соединений всех, Господу помолимся. О святем храме сем и с верою благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле и о Господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре, и о Господине, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о Господине, преосвященнейшем епископе Елисее, и о Господине, преосвященнейшем епископе Иоанне, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся. О богохранимей стране нашей российской и спасение ее, о народе, властях и воинстве ее, Господу помолимся. Начати и успешно без всякого препятия во славу свою совершите силою, действом и благодатью Пресвятого Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже труждающимся делателем благопоспешство всем подати
и дела рук их исправите, и в совершение силою, действом и благодатью Пресвятого Духа успешно произвести. Господу помолимся. Господи, помилуй силою, действом и благодатью Пресвятого Своего Духа подати. Господу помолимся. Вся противные вещи, видимых и невидимых врагов, и во всем благопоспешство, к сооружению же мудрость, и к совершению силу, силою, действом и благодатью, Пресвятого Своего Духа подати, Господу помолимся, гнева и нужды, Господу помолимся. Со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Будь свет, Господа Бога нашего, на нас и дела наши исправь.
Бога нашего на нас. И он нашей славы. Сие послание святого апостола Павла чтение. Братья, я тоже всегда послушайте меня. Бога есть действуя в вас, и ежепотейте, ежедейте по благоволении. Вся творите без разобдания и размышления, да будете непорочны цели и чада Божия непорочна посреди рода, строптивые возвращаши, поклонним тем Христом. И Духами Твоим, и Духами Твоим, и Духами Твоим, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре, и о господине высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о господине преосвященнейшем епископе Елисее, и о господине преосвященнейшем епископе Иоанне, и все во Христе, братья наши. По Твоему благоутробию верою припадающую, и услышав моление их, благое намерение и дело их благослови, и благополучно начати, и успешно без всякого препятствия во славу Твою совершите, яко всесильному Царю молим Тися, услыши и помилуй.
Духом Твоим. Поспешствуй, спаси и во благополучное совершение дела их успешно произвестися, благослови. Молимтеся, всемоги, Владыко, услыши и помилуй. Представи делу сему, благоуветливый Господи, и еже воспятите вся препятия видимых и невидимых врагов, поспешство же во всем, по благополучному совершению делающим сотворите, молимтеся всеблаги спасе, услыши и помилуй. Господи, рабом Твоим, по Твоей славе дело Свое начинающим, благословением Твоим, поспешство благополучное с довольством, по совершению подожди, здравие им, со благоденствием даруя, молимтесь, вседоровитый Творче, услыши и милости Его. Помилуй! Слышанный Боже, Спасителю наш, упование все конце в земли сущих в море далече, и милости в милости, Господи, Владыку и всех наших, и помилуй ныне, милости Бой человека любит, Бог неси, и Тебе славу воссылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Спасение, милосердие.
от Господа с такой человеческой исправляются. И промыслом Божиим держится, управляется весь мир. Без воли Божией, как мы читаем в самом Священном Писании, и волос не упадет с человеческой головы. Вот и ныне Господь судил мне вместе с вами, дорогие собратья архипастыри, пастыри, дорогие братья и сестры, совершать дело общего спасения наших душ в соработничестве на благо Святой Матери Церкви и во славу Божию. Конечно, есть некоторая разница между теми пределами земли Переславской, в которых я прибыл, и землей священного города Волгограда. Хотя бы потому, что Переславль – один из древнейших городов Руси, где закладывалась государственность нашего Отечества, обильно политая молитвенным потом духовных подвижников, кровью новомучеников, исповедников Церкви Русской, богатеющие своими святынями, храмами и монастырями. Но здесь земля несколько иная. Хотя здесь не столько святынь, монастырей и храмов, но каждая пядь земли полита мученической кровью святых воинов. Имена мы их не знаем, но мы знаем, что Господь прославляет подвиг жертвенной любви. Нет больше той любви, говорит Христос, как кто душу свою положит за други своя. И потому мы справедливо можем считать святой и священной землю Волгограда. Стоит сказать несколько слов и о духовной связи с Александром Невским, который родился в Переславле, заложил вектор внешнеполитических, внутригосударственных отношений в этом векторе, как святейший патриарх Кирилл до сих пор продолжает развиваться и двигаться наша страна. И неизвестно, что было бы с историей государства российского, если бы святой благоверный князь Александр не родился или, как Даниил Галичский, повел себя по-другому по отношению к Востоку и к Западу. Но и здесь, в Великой Сталинградской битве, был утвержден вектор дальнейшего развития не только нашей страны, но и общемирового порядка. Сложно представить, что было бы с нашей историей, если бы наши воины совместно с воинством духовным не одержали здесь великую победу, которая, безусловно, стала предвестницей победы Великой Отечественной и Второй мировой войны. Но мне бы хотелось сказать еще об одной духовной связи. Мы знаем, что Церкви очень важно соблюдать преемственность, которую получили апостолы от самого Христа, от рук апостолов-святителей, от них пресвитеры и другие священнослужители. Мы стараемся передать друг другу не только любовь к Богу, к Церкви, но и культуру нашей жизни. Владыка Герман, который долгое время возглавлял Волгоградскую кафедру, положил много трудов и молитвенных подвигов здесь, является по существу уникальным человеком, уникальной личностью. Это человек эпоха, человек истории. Не только потому, что он, как исповедник, очень непростые для Русской Церкви годы, сохранял ее и отстаивал. Но и потому, что он в
входил в духовную семью и входит в эту духовную семью митрополита Гурия Егорова, который был одним из основателей Александра Невского братства, открывал в 1946 году Троицерковную лавру и много-много потрудился в годы гонений, сам, бывая гоним, претерпевая заключения и ссылки, для укрепления церковной жизни. Два его сотейника, соработника, брат архимандрит Лев Егоров и епископ Иннокентий, причислены церковью к лику святых. И сейчас идет речь о том, чтобы и митрополита Гурия причислить к этому сонму исповедников Церкви Русской. В далекие 50-е годы он возглавлял Саратовскую и Волгоградскую кафедру. Верю, что и в этом храме он молился усердно своей пастве. И далекие годы юноша Гена Тимофеев стоял у него на посохе. И вот так получается, что этот посох теперь у меня в руках. Это посох епископа Гурия Егорова. А клубок у меня от его другого духовного сына, митрополита Иоанна Венланда. А панагия, так получилось, от третьего духовного сына, архиепископа Михея Хархара. Вот это была такая духовная семья. К их семье относился и протоиерей Игорь Мальцев, который долгое время служил в Саратове, потом в Ярославле. Стоит причислить некоторые имена епископа Вениамина Милова, Стефана Никитина. 2 числа вспоминали день его монашеского пострига, который он получил от рук Владыки Гурия. И Владыка Гурий его рекомендовал на архиерейское служение. И в своем слове в те далекие годы хрущевских гонений он сказал, что нечасто в наши дни рукополагает во епископ. И вот для меня быть преемником кафедры благодатного служения от митрополита Германа является большой честью и доверием. Доверием, в первую очередь, от Бога и от тех духовных отцов, которые, в общем-то, как я понимаю, послали мне сегодня сюда и сказали: посмотри, досмотри, сделай так, чтобы у нашего собрата все было хорошо в жизни, и он ни в чем не нуждался. Ну а мы с вами, как сейчас слышали, апостольское повествование должны совершать со страхом и трепетом дело своего спасения. В совместном соработничестве, каждый на своем месте, исполняя свое послушание, должен думать о своей душе. Не о цвете тех одежд, которые он носит, а о облачении своей души, потому что только чистое сердце Бога узрит. У нас предстоят с вами большие дела. Любое дело приносит какую-то и скорбь, и искушение, но мы призваны трудиться на винограднике Христовом не для себя, а для славы Божией, с Его благодатной помощью и силой будем все эти трудности совместно преодолевать. И помнить о том, что у нас у всех с вами одна единственная цель. Это наследовать Царство Небесное через те средства и возможности в жизни, которые Он нам подает своим всеблагим и спасительным промыслом. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца
и причастие Святого Духа пребывает со всеми вами отныне и до сих пор. Друзья, собаки с медведями дружатся.